Не только на Новый год. В Мурманской области эстафету добрых дел в рамках ежегодной благотворительной акции «Елка желаний» продолжили полицейские. Вместе с мамой 14-летний Дмитрий разместил свое письмо с желанием на интернет-сайте елкажеланий.рф. Дима очень хотел получить в подарок скоростной велосипед. Стоит отметить, что мама парня одна воспитывает 6 детей. Для безопасного передвижения на велосипеде полицейские подарили ребенку налокотники и наколенники. Велошлем он сможет выбрать уже самостоятельно, воспользовавшись подаренным сертификатом. Участнику дорожного движения в новом статусе были переданы памятки с основными правилами поведения при езде на велосипеде. Огромное удовольствие доставлять именно дарить подарок. Когда ты делаешь хотя бы одного человека счастливым, ты намного счастливее становишься сам. Вот я это знаю по себе и получаю от этого колоссальное удовольствие. Мои сотрудники, руководители, которые принимали в этом активнейшее участие, инициировали это мероприятие.